Здравствуйте. Не так давно приусадебный или дачный участок рассматривался преимущественно как территория для выращивания овощей. Но все течет, все меняется. Изменились и современные владельцы, которые предпочитают все больше времени отдыхать на свежем воздухе. Принимать гостей, праздновать семейные торжества, да и просто любоваться и наслаждаться красиво украшенным участком. Поэтому дизайн двора частного дома стал не меньше важен внутреннего убранства помещений. Когда вы начинаете проект обустройства внутреннего двора, первое, что нужно учесть, это то, как вы хотите использовать пространство. Решите, каковы цели вашего идеального двора, а потом уж принимайте какие-либо решения. Самые популярные способы обустройства двора следующие. Летняя кухня и столовая. Бассейн. Игровая зона. Зона отдыха. Сад и огород. Обустроить дворовую территорию можно с минимумом финансовых затрат, но времени и сил потратить придется немало, ведь для поддержания красоты участка необходимо будет находить возможность уделять внимание растениям, постройкам, водоемам и прочему. Во многом ландшафтный дизайн двора зависит от его размеров. Если территория большая, то полет фантазии ограничивается лишь финансовыми возможностями, особенностями ландшафта территории, типа почвы и нахождением по отношению к сторонам света. Когда же речь идет о небольшом дворике, то в этом случае необходимо расставить четкие приоритеты, так как на нескольких квадратных метрах невозможно разместить и детскую площадку, и место для шашлыков, и патио для отдыха, и большую клумбу с цветами. На сегодняшний день самым модным трендом ландшафтного дизайна является внутренний мощеный дворик, который примыкает к дому с задней стороны, это дворик патио. Выросла его популярность при оформлении внутреннего дворика загородных домов. Сегодня дворик патио – место для отдыха и развлечений для всей семьи. Патио также может стать главным элементом садового дизайна, как эффектной, так и функциональной зоной в любое время года. Другой современный и распространенный вариант оформления внутреннего дворика – обустройство зоны барбекю с беседкой. Открытые участки местности украшают рабатками, клумбами, ракариями с многолетними растениями и другими цветниками. Участки небольших размеров украшают многоярусными цветниками. В саду или вдоль дорожек высаживают хвойные растения, сосну, ель, пихту, тую, а стелющиеся виды можжевельников, возле дома. Здесь я собрала идеи по обустройству дворовой территории загородного дома, отдельные элементы которых можно реализовать у себя.